Активисты Одинцовского отделения «Единой России» передали гуманитарную помощь для участников спецоперации. Мероприятие состоялось в рамках реализации партийной инициативы «Добрые дела». В составе очередного груза – комплекты весенней формы, термобелье, носки, балаклавы, сшиты участниками движения «Серебряные волонтеры» и «Окопные свечи». Также военнослужащим передали письма и открытки, сделанные учениками школ Одинцовского округа.